12 августа в микрорайоне Нурсад произошел несчастный случай. Женщина возрастом около 50 лет выпала с 5-го этажа многоэтажного жилого дома. В момент, когда произошла трагедия, в квартире, откуда выпала женщина, находился несовершеннолетний подросток. Обстоятельства происшествия выясняют следователи полиции. Инспекторы полка дорожно-патрульной полиции задержали мужчину, избившего девушку. Преступление произошло на улице Аскарова. Прохожие, заметив избитую девушку, вызвали скорую помощь. Прибывшие по вызову медики госпитализировали пострадавшую. Полицейские же задержали подозреваемого и после освидетельствования в травмопункте отвезли в медвытрезвитель. По словам задержанного, он был знаком с потерпевшей. Говорят, ты избил девушку. Ее увезли в больницу. Выйди из машины. В Альфа-Арабийский отдел полиции поступило сообщение о мошенничестве. Молодой человек пообещал помочь с постановкой на учет автотранспорта, взял деньги и скрылся. Он взял копии техпаспорта и водительских прав. Он сказал, что у меня есть неоплаченный штраф. Но я этот штраф оплатил раньше и поехал домой за квитанцией. Он взял у клиентов, которые купили мою машину, 10 тысяч тенге, пообещал все оформить. В 6 часов вечера он пообещал вернуть деньги, но потом скрылся. Пострадавший несколько раз звонил подозреваемому и требовал вернуть деньги за оформление. Через 2 недели он пообещал вернуть деньги, а потом отключил телефон. Отчаявшись найти мошенника, потерпевший написал заявление в полицию. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.